председателю Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Игорю Чистюкину. Добрый день, дорогие друзья, гости, участники соревнований. Позвольте от лица депутатов Московской областной думы, правительства Московской области, поздравить с этим замечательным праздником. Этот турнир проходит уже не первый год в Красногорском муниципальном районе. И хочется отметить, что соревнования проходят всегда на высоком и более чем достойном уровне. Я хочу сказать, что правительство Московской области, депутаты Московской областной думы уделяют огромное внимание развитию и популяризации массового спорта, детского и юношеского спорта. И бюджет этого года, бюджеты 2014, 2015, 2016 года, которые совсем недавно приняты депутатами Московской областной думы, лишний раз тому подтверждение. Более 90% всех бюджетных средств, которые выделены на спорт, направляется на развитие и финансирование детского, юношеского и массового спорта. Позвольте вас поблагодарить за то, что вы занимаетесь этим спортом, за ваше внимание. Позвольте отдельное спасибо сказать руководству Красногорского муниципального района за то, что поддерживает этот спорт и другие виды спорта. Я хотел бы пожелать всем счастья, здоровья, побед и хотел бы отдельно пожелать, чтобы сегодня соревнования пошли без травм. С праздником!